Здравствуйте. Thank you.
Стрелочку.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вот. Показать? Сейчас покажу. Сюда, да? Ага. Там нет ничего, да? Нет, сюда, пожалуйста. Угу. А там тоже есть помещение, да? Открыто, да. Первая дверь, пожалуйста.
А, тут нету ничего, да? Подождите меня, сейчас пойдем. Так, здесь выпили, он теперь налево по лестнице на второй этаж. Большая. А, налево, куда вы? Еще нет. Вы пока тут поснимайте, сейчас люди подойдут. А тут сюда можно зайти? Нет. А, просто постоять. Вот для вас вообще. А, ну да, да. Да. Ну тут фотографируйте, снимайте. Сейчас люди подойдут, я вас сложу. Были только остовы и подвалы, остовы здания. Вот Царицынский подвал, настоящего Царицына. Ступеньки старые, будьте осторожны. Стены все с красными кирпичами. В Царицыне было 18 заводов. И пускали красный кирпич, и пускали стекло. Остались еще таблички оттуда. Проверяйте деньги, нет кассы с ятями. Дворянство тогда уже уходило. Что они пили, гуляли и стрелялись, больше ничем не занимались. А на их место вступило купечество. У купечества было чем торговать, были деньги, они ездили, обучались за границу, там они одежду покупали, там они мебель привозили. Так что это наша элита была. Заходите. Это настоящий царицынский подвал. Своды вон арочные, сейчас так уже не строят. Это денежки находят до сих пор у нас, если бьют старые фундаменты, так купцы оставляли заначки, а потом кто за границу уезжал, кто куда, деньги оставались. Вот. Называлась Петенька Петр I и Катенька Екатерина Царица. Вот с той стороны, как выглядела денежка. Купцы и в трактирах расплачивались, заказывали цыган и черные кружили. А тут видите, он копеечки, смотри, копейка еще, 2 копейки, 5 копеек. Вон такими бумажками, да. Вот табличка в Царицыне на копейку можно было 6 соленых огурцов купить. А у меня дома есть еще пол копейки, называется такая монетка, полушка. Если торговаться, кто любил, то можно было еще 3 огурца себе купить. В день рабочий зарабатывал 90 копеек. Так что вот исходя из этого цены, гречневая каша, тарелка 2 копейки, пиво 10 копеек, водка 40 копеек. Но семья была до 15 человек в Царицыне, от 7 до 15. Что если не пить, экономить, то можно было что-то собрать за месяц для хозяйства. За бумагами заведовали купцы, всякие акции, торговые бумаги, в общем. Мужики занимались делом, сейфы привозили из Германии, он стоит сейф. В Сарепте слободка у нас немецкая была и есть до сих пор. Привозили из деталей к машинке Зингер, тоже тут собирали в Сталинграде. Монеты вывозили вот мешками, вешали гирьками, а в сундуках были деньги, эти бумаги. Бумаги и деньги такие бумажные. Вот рефометр, первая машина. Сейчас вот считаем на смартфонах, была такая вот. А до этого на счетах. Не считали в втором классе? Нет, на счетах? Я считал. Вот, ну мы все еще считали. Я детишек просто спрашиваю. Дочку не что учили. Да сейчас уже не учат. Нет, нет. Ну, вот. Меня на УПК учили. Учебно-производственное. Я поняла. Комбинат. Сами, может, тут около императора. Но я уже забыл, как на них считать. На счетах. На счетах. Я еще немножко помню. Он батареи еще тут Сталинград. Проводка была поверхностная, видите? Вы сейчас такого не видите, детишки? Вон. Ну, так я-то вот. Еще помню. Ну, и тоже. Я помню, нас ушла. Такая была. Так была, да.
проводка в Советском Союзе, Сталинграде, да еще в Волгограде вначале. Потом уже заменили. Панельные здания стали, красный кирпич только теперь на санузел используется. Раньше все строили с красным кирпичом. Вот так, дорогие мои детишки. Что еще спросить, как еще интересно? Идите, я подвал покажу, это такой старый царинский, тут доходить не будем, там того не страшно. Смотрите, как я буду. Чего там я проверяю, я знаю, что там. Потайная для дураков. А куда тут лучше? Вот прямо, да? Здравствуйте, я нет, не сказал.
или вот сюда? Да. А там нету ничего, да? Есть. Ну это потом, да? Да. Угу.
Последний зал, да? До свидания. До свидания.